Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Департамента здравоохранения и от себя лично я приветствую вас всех на медицинском форуме «Актуальные вопросы врачебной практики. Ворота Севера». В эти дни, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, наша конференция проходит в необычном формате. В ходе конференции будет обсуждаться широкий круг вопросов, интересных и актуальных для особенно практикующих врачей. В работе принимают участие представители крупнейших научных отечественных центров, с которыми Вологодская область тесно сотрудничает. Искренне убежден, что пройдет она на высоком уровне, позволит участникам познакомиться с новыми разработками, позволит участникам познакомиться с новыми подходами, взглядами на актуальные проблемы современной медицины. Ну и, конечно же, в первую очередь очень полезно для наших практикующих врачей. Они получат новые знания в ходе конференции. Ну и, конечно же, как выработаются какие-то единые взгляды на лечение в современных условиях тех проблем, которые болезни, которые сегодня проходят по ряду основных нозологий. Желаю вам всем крепкого здоровья, успешной работы, творческого настроения, ну и, конечно же, профессиональных успехов.